Спирт, конечно, не вода, но если он привезен из Франции и выглядит вот так, то его пить опасно. Госинспектор отдела сертификации Центра стандартизации метрологии Елена Милющенко зря говорить не будет. А в спирт французского производства намного здесь уже опасен для здоровья, потому что содержание сивушных масел в нем превышает все допустимые нормы. Очень большое превышение. А в халве из подсолнечника оказалось шелухи больше, чем положено в 10 раз. В банках, на которых написана тушенка, продукт даже не напоминающий ее. Спасибо Центру стандартизации и метрологии.